Всем привет! Вы смотрите канал Данила Кулеша, и относительно недавно на своем канале я рассказывал про приложение Wi-Fi Map Pro, но забыл рассказать про две его главные функции, которые доступны только в Pro-версии, и сегодня я хочу вам о них рассказать. Итак, поехали! Данные функции довольно-таки простые в использовании и, наверное, будут ориентированы на тех людей, которые любят много путешествовать. Зная заранее тот город или страну, в которую вы отправитесь, вы можете найти ее на карте и выбрать именно тот промежуток карты, который вам будет необходимен или в котором вы будете находиться чаще всего. И приложение данной Wi-Fi точки автоматически сохранит в кэш данного приложения. То есть, не имея постоянного интернет-соединения, мобильного или пусть даже Wi-Fi, вы сможете открыть приложение без интернета, посмотреть пароли к данным точкам. Также имеется умный поиск, он может искать по отелям, по барам, по кафе, по городам и по странам. Давайте посмотрим в городе Львов какие-нибудь Wi-Fi точки. Видим, в левом верхнем углу появилась дискетка, которая свидетельствует нам о том, что данные пароли уже сохраняются в кэш данного приложения. И также имеется довольно-таки полезная функция, это интеграция с приложением Foursquare. И, собственно, Foursquare отслеживает ваше местоположение и будет выдавать вам те точки, которые находятся рядом с вами, и вы сможете узнать от них пароли. Ну а на этом, собственно, все. Ссылку вы сможете найти в описании под этим видео и в виде QR-кода на вашем экране. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео. Всем спасибо за просмотр. Пока!